Так, всем привет. Ко мне наконец-то пришли мои наушники с микрофоном. Я наконец-то буду записывать видео со звуком, как я играю, там, например, в CSGO или Fortnite, или что-нибудь. Так, открываются. Тут у нас пупышки наши любимые. Так, пупышки в сторону. Откидываем. Так, коробку тоже в сторону. Так, вот так выглядят наушники. Они тут все светятся. Ну, вот подсветка идет вот по этим вот прозрачным фигням. Вот сам микрофончик. Так вот, вот он. Микрофончик сам. Так вот выглядит. Так, вот тут у нас проводок. Так. Распутываем. Вот этот красненький у нас микрофон. Это черные наушники. А вот это вот USB подсветка идет. И, значит, нужны дырки USB, микрофон и наушники. Наушники сами классные. Я проверяла. Вот тут кожезаменитель очень мягкий, очень легкие. Не мешают. Голова в них нормально себя чувствует. Нигде ничего не жмет. Звук вообще классный. Просто зашибись звук. Так, микрофон обратно. Сам он не гнется, ну то есть только вверх-вниз, а вот туда, вот в сторону, назад он не гнется. Лучше даже не пробовать. Он вот так вот раздвигается. Он на такую голову может лезть. Если у вас такая голова, и вы супер умные. Да молодцы. Играю вот так вот. Так, немного заклинивает иногда. Вот, все. Ну только вот проблема, что чуть-чуть заклинивает, и все. Тут все мягко, везде вообще прожимают. Все ок просто. Пластмасса качественная. Тут у нас изменители громкости. Громче, тише. Тут эмблема компании. Правый, левый наушник. Что еще сказать? Ничего больше не сказать. Провод качественный, не сломается, не порвется. Вязаный. Ну и до скорых встреч. Всем пока. И пейте только сладкий, вкусный чай.